Итак, каждое утро. Это кочевое жилище высотой 6 метров. Дмитрий собрал типи за 1,5 часа. Сосновые жерди обтянуты брезентом. Эта слава хранится за этим местом, и множество любителей подводного туризма собираются именно здесь. Прямо сейчас у меня есть возможность пролететь на этом автожире. Очень сложно описать словами те эмоции, которые испытываешь на высоте птичьего полета. Чистейшая бирюзовая вода, запах можжевельника в воздухе и опасные обрывистые склоны. Конечно же, это мыс Фиолен, самое прекрасное и опасное место на всем полуострове. 3, 2, 1, прыжок! Скажите, ваша фамилия Ткачев? Нет. Хороший мальчик, давай. Дикси! Таких объемов могли добиваться девушки с помощью корсетов. Легендарная блондинка Мэрилин Монро считалась символом женственности. Скажите, ваша фамилия Симонов? Нет. Есть даже легенда о том, что где-то здесь располагается вход в пещеру, которая своими лазами уводит далеко в подземелье Массандровского дворца. Взмах, удар, атака, блокировка. И враг повержен. Если вы думаете, что все это так просто, то вы ошибаетесь. Дай лапу. Вот так, умничка. Лапки, лапки сверху, лапки, лапки, лапки. Давай лапки, вот так, зайка, 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 на. Умничка, умничка. Дорогой Авираптор, а вы утро нового дня смотрите?